В современном кинематографе актер Даниил Страхов считается одним из самых красивых артистов современности. И с этим поспорить сложно. Даниил Страхов сразу же покорил сердца зрителей, сыграв в популярном сериале «Бедная Настя». Затем последовали «Бригада», «Дети Арбата», «Грозовые ворота». Среди последних работ кино следует отметить роли в сериалах «Знахарь» и «Про Веру». На сегодняшний день актер востребован не только в кино, но за его плечами множество сыгранных ролей и на театральных подмостках. Все эти роли принесли Страхову огромную популярность, и как следствие у него появилась целая армия восторженных поклонниц. Однако следует заметить, что женские сердца Даниил начал покорять еще во время студенчества. Уже тогда многие девушки мечтали стать его избранницей, но посчастливилось лишь одной. Еще во время обучения в знаменитой «Щуке» Страхов познакомился и влюбился в начинающую актрису Марию Леонову. Правда, первоначально Мария не обращала на Даниила ни малейшего внимания, что, конечно, оскорбляло молодого человека, который не привык быть обделенным женским вниманием. Но со временем Даниил таки добился своего. После окончания института они попали в один театр и через год начали жить вместе в обычной коммунальной квартире в Перово. А после 5 лет сожительства они решили скрепить отношения узами брака. В 2001 году актеры сыграли тайную свадьбу. На бракосочетание они явились в джинсах и футболках. Стоит отметить, что Мария не такая популярная артистка, как ее муж. Ее не часто можно увидеть на телеэкране, так как она дает предпочтение театральной сцене. А когда на Даниила нахлынула неслыханная популярность, актер стал круглосуточно пропадать на съемочных площадках. Там он познакомился с актрисой Еленой Кориковой, которая в то время играла главную роль в телесериале «Бедная Настя». И эта встреча едва не оказалась роковой для семьи Даниила и Марии. И хотя информация о бурном романе Страхова с Кориковой так и осталась на уровне слухов, но в те дни в кулуарах съемочного павильона шептались, что Даниил и Елена постоянно вместе и даже не стесняются демонстрировать свои чувства перед съемочной группой. В каком-то интервью влюбленные даже упомянули, что после съемок перестали возвращаться домой, ночуя в отеле. Ходили слухи, что Елена потребовала от Страхова сделать решительный шаг. Но молодой человек так и не смог уйти из семьи. И в итоге семья выдержала это испытание судьбы. Мария и Даниил остались вместе. Сегодня Мария Леонова и Даниил Страхов живут в загородном особняке, который построили для себя с любовью и заботой. Супруги не любят шумную столицу с ее бешеными ритмами. «Мы стараемся внутри себя сохранить что-то очень важное и не пустить в наш мир Москву», — говорит Даниил. У Даниила и Марии схожие характеры, они оба любят затворничество, избегают многолюдной компании и вполне довольны таким образом жизни. Пока что у пары нет детей, однако многие фанаты надеются, что судьба все-таки подарит им ребенка, который еще сильнее скрепит семейные узы. А вам спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии под данным видео. Подписывайтесь на мой канал «Цвет настроения». И до новых встреч!